Телефон доверия, право на здоровье. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, я зарегистрирован в Железногорске, а живу и работаю в Красноярске. Могу ли я обслуживаться в поликлинике по месту жительства, а не прописке? В федеральном законе об обязательном медицинском страховании номер 326 ФЗ 29 ноября 2010 года в статье 16 главе 4 перечислены все права застрахованных граждан, в том числе и право выбора медицинской организации. В Конституции Российской Федерации закреплено право граждан Российской Федерации на получение медицинской помощи. В федеральном законе 326 об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации раскрываются такие права застрахованных граждан в системе обязательного медицинского страхования, как выбор врача, выбор страховой медицинской организации, выбор медицинской организации, право на получение достоверной информации об оказанных услугах, о состоянии здоровья, на защиту прав застрахованных граждан, на защиту персональных данных при оказании медицинской помощи и другие. Каждый застрахованный имеет право один раз в течение календарного года заменить медицинскую организацию и выбрать, например, ту, которая находится ближе к дому. Однако, чтобы реализовать свое право на выбор медорганизации, надо знать алгоритм необходимых действий. Для смены медицинской организации вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя руководителя в участковую поликлинику, где вы хотите обслуживаться. Ответ вы должны получить в течение 6 дней с момента подачи заявления. Если человек приехал с другой территории, за пределами Красноярского края, сроки ответа несколько удлиняются. В случае, если вы ранее никогда не писали заявление о выборе медицинской организации, вы автоматически прикрепляетесь в поликлинику по месту вашей регистрации. Порядок выбора медицинской организации определен приказом Минздравсоцразвития России. Для иногородних пациентов алгоритм прикрепления прописан в приказе Минздрава России. Валентина Николаевна, скажите, куда обращаться владельцу полиса обязательного медицинского страхования, если поликлиника отказывает в прикреплении? Закон об обязательном медицинском страховании сохраняет иерархию оказания первичной медико-санитарной помощи. Это преимущественно территориально-участковый принцип. Однако гражданин имеет право выбрать и другую медицинскую организацию, работающую в системе обязательного медицинского страхования. В случае отказа в прикреплении к поликлинике гражданину необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию за защитой прав. С 1 октября этого года запущен еще один сервис в поддержку прав застрахованных в системе обязательного медицинского страхования. В личном кабинете здоровья на сайте vpacient.ru есть номер телефона вашей страховой медицинской организации, информация о полученных медицинских услугах и о поликлинике прикрепления. В личном кабинете здоровья можно оценить работу врача и написать обращение в территориальный фонд ОМС Красноярского края. И всякий раз, когда нарушено ваше право на здоровье, не забывайте звонить по телефону горячей линии 8 800 700 3-0-3.